Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу под номером 1070. За месяц завод изготовил продукции на 644 тысячи рублей, что на 15% больше, чем было запланировано. На какую сумму планировали изготовить продукцию на заводе? Запишем слово «решение». Итак, мы не знаем, на какую сумму планировали изготовить продукцию на заводе. Обозначим ее x. Пусть x 1000 рублей – это план. Тогда для x, если бы изготовили на x 1000 рублей, это было бы 100%. Но изготовили на 15% больше. Как узнать, сколько это? Для этого достаточно к 100% прибавить 15%. То есть 644 тысячи рублей стоимость продукции, которую изготовили за месяц, составляет 115%. Давайте запишем, как мы это нашли. К 100% мы прибавили 15%. Получили 115%. Это фактически 1%, нужно 644 тысячи разделить на 115%. По плану, чтобы найти 1%, нужно x разделить на 100%, то мы имеем с вами пропорцию. И знаем основное свойство пропорции. Произведение крайних равно произведению средних. Крайние у нас 644 тысячи и 100. Средние у нас x и 115. 644 тысячи умножить на 100, это будет 64 400. И равно это x умножить на 115. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение 64 400 разделить на известный множитель. И тогда мы найдем x. Разделим 64 400 на 115. И возьмем по 5. 5 у 5 – 25. 5 пишем, 2 запоминаем. 5 у 1 – 5, и 2 запоминали – 7. И 5 у 1 – 5. От 644 отнимаем 575. Для этого от 14 отнимаем 5 – 9. От 13 отнимаем 7 – 6. От 5 отнимаем 5 – 0. 0 не пишем. Сносим 0. 690 делим на 115. Берем по 6. 6 у 5 – 30. 0 пишем, 3 запоминаем. 6 у 1 – 6. И плюс 3 – 9. И 6 у 1 – 6. Разделилось на целое. И у нас еще остался 1 – 0. Сносим его сюда. Итак, x получилось 560 тысяч рублей. Это план. И запишем ответ.
на 560 тысяч рублей планировали изготовить продукцию на заводе. Все, мы решили с вами задачу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.